любимых персонажей культовых фильмов. 12 стульев, бриллиантовая рука и кавказская пленница нарисовали на здании Краснокаменского универмага. Об этом сообщили в телеграм-канале «Злой Краснокаменск». По информации социальных сетей, работы по украшению фасада здания продолжаются. Арт-объекты создал читинский художник и тату-мастер. Территория магазина находится под видеонаблюдением, чтобы не дать вандалам испортить произведение. Жители края в комментариях выразили поддержку этому проекту. Тем не менее, некоторые краснокаменцы сомневаются по поводу ценности этих творений или переживают, что вандалам удастся испортить эти рисунки.